В этой связи департамент полиции Актюбинской области напоминает о мерах предосторожности. Регулярно производите смену паролей, которые должны быть сложными. Подключите все системы безопасности, существующих в платежных системах, СМС-подтверждениях, контроль IP-адреса, 3D-секьюр и так далее. Не оставляйте банковскую карту без присмотра. Ни в коем случае не передавайте неизвестным или малознакомым лицам свои персональные данные, номера карты и CVV-коды. Будьте осторожны.